heaven on earth. Прославьте Его сегодня утром, где бы вы ни были. Он наш Царь, Господь и Спаситель. Он достоин нашей хвалы. Давайте прославим Его так громко, как только можем, где бы мы ни были. Я знаю, что Бог на этом месте. Я ощущаю Его помазание на этом месте. Я знаю, что Бог с вами. Сегодня у вас будет особый день. Он вознесен. Он на престоле. Его имя превыше всех имен. Он Бог чудес. Он Бог невозможного. Он Бог, который сказал: «Не покину и не оставлю тебя. Я за вас». А если я за вас, кто может быть против вас? Давайте еще раз прославим Его от всего сердца, где бы вы ни были. Мы находимся в Его дворах. Дьявол больше не сможет украсть у нас поклонение. Мы будем собираться вместе. Мы встретились с президентом. Все религиозные лидеры единогласно попросили его открыть церкви. 50% сможет прийти в Страстную Пятницу, поэтому приходите. Мы будем поклоняться воскресшему Христу. Мы больше не будем молчать. Мы не позволим сатане украсть хвалу и поклонение у нашего Бога. Я приветствую всех зрителей ТБН, One Gospel, Facebook, YouTube, CRC, слушателей онлайн-радиостанций и в исправительных учреждениях во всех странах мира. Мы выходим в эфир в России, Израиле, Америке, Африке, Индии, Китае и, конечно же, Европе. Мы передаем вам привет из Претории, столицы ЮАР. Давайте поприветствуем миллионы людей, которые сегодня с нами во имя Иисуса. Прежде чем вы присядете, дайте кому-нибудь пять и скажите: «Я не мертвый». Скажите: «Я не мертв». Измените настроение. А значит, со мной не покончено. Я не мертвый, а значит, со мною не покончено. Одного человека привезли в операционную после множества пулевых ранений. Присаживайтесь, спасибо вам. И когда его везли в операционную, он видел много ярких ламп. Он посмотрел на лица докторов, которые должны были оперировать его, схватил за руку одного хирурга и сказал: «Доктор, оперируйте меня, как того, кто будет жить и не умрет». Я хочу сказать вам сегодня, что у Бога все еще есть великие планы на вашу жизнь. Вы выполните то, что Бог приготовил вам. Псалом 117, стих 17. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». 21-й будет годом божественного восстановления. Можете сказать «Аминь». Я не знаю, с чем вы сталкиваетесь, через что проходите, но это будет лучший год вашей жизни. Бог обратит во благо то, что было задумано во зло. Плохое станет хорошим, закрытые двери откроются, мертвое оживет, бесплодное принесет плод. Вы здесь не просто так, воскликните «Аминь» во имя Иисуса Христа. А 113 Псалом говорит: «Ты не позволишь им убить меня, но я буду жив, чтобы рассказывать миру о том, что Господь сделал для меня». Аллилуйя! Бог сделает нечто великое в вашей жизни в этом году. Меня не волнует, как начался этот год. Вопрос в том, как продолжится. Церковь будет местом славы. Во имя Иисуса Христа вас ждут хорошие вещи. Тот факт, что вы живы и слушаете мой голос сегодня, говорит о том, что Божья цель для вашей жизни не выполнена. Это означает, что вам нужно еще что-то сделать. Это значит, у вас еще есть будущее и надежда, ибо только Он знает намерения о нас во благо, а не на зло. Кто-то скажет на это «Аминь» из вас. Это означает, что в наших костях еще звучит песня хвалы. Да? Аминь. Давайте изменим атмосферу на этом месте. Поднимитесь на ноги и воскликните «Аминь». Я хочу поднять сегодня кого-то из могилы, проповедовать воскресение. Я хочу, чтобы сегодня кто-то вышел из огня, из печи во имя Иисуса. Пока вы дышите, вы живете.
Я не знаю, с чем вы сталкиваетесь, но я знаю, что вы сильнее своих проблем, вы сильнее своей битвы. Великий Бог живет внутри вас. Пока ваше сердце бьется в груди, вы можете принять решение во имя Иисуса. Пока вы думаете, вы можете сделать выбор во имя Иисуса. Мы встречались с президентом, и он сказал, «Ковид может быть с нами еще 2-3 года». Это не имеет значения во имя Иисуса. Мы выполним наши цели. Научимся жить и с ковидом, и не с ковидом. Но ковид не украдет у нас будущее и судьбу во Христе. Возможно, вы проходите через серьезную бурю, но я хочу сказать вам, что вы сильнее ее. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Мы не позволим этому ковиду определять наше будущее. Бог уже определил наше будущее». А далее 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Если вы рождены от Бога, скажите «Я победитель». Поднимите руки и скажите «Я победитель». Мы скоро вернемся к тому, чтобы прославлять, бороться и стоять вместе во имя Иисуса. Возможно, вы упали, но вы не нокаутированы». Знаете, победу можно получить, поднявшись еще раз после падения. Важно не падение, а то, как вы снова поднимаетесь на ноги. Я поднимусь. Я еще раз столкнусь с дьяволом, с великаном, потому что победа была обеспечена. Бог обеспечил меня этой победой во имя Иисуса. Притча, 24 глава. «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, так что скажите, я встану». Если Иисус поднялся из гроба, вы можете подняться из любых проблем, любых ситуаций. Вы можете преодолеть любые трудности, любую бурю. Как бы плохо все ни было, Бог лучше, Бог больше, сильнее во имя Иисуса. И победа обеспечена, вам лишь нужно подняться. Вам нужно прийти, одеться и встать, даже если вам не хочется бежать, брат, вы должны пойти. Если вам не хочется идти, сестра, вы должны ползти на коленях. Если вам не хочется ползти на коленях, ползите на животе. Ну, давайте двигаться, в любом случае, не сдавайтесь. Даже улитка добралась до ковчега благодаря настойчивости. Продолжайте двигаться. Двигаться. О, двигаться. Поднимайтесь во имя Иисуса. Вы сильнее своих соперников. Великий Бог живет внутри вас. Продолжайте двигаться во имя Иисуса. Возможно, вы потеряли свой бизнес. Вы можете восстановить его, потому что это год божественного восстановления. Не имеет значения, что говорят пророки погибели. Это будет год во славу Божию. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. Возможно, вы не знаете, что делать, но Бог знает. Возможно, вы не знаете, что будет в будущем, но Он держит будущее в своих руках. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 и 9 стихи, в переводе Пэшн. Один человек написал мне, «Пастор, мне не нравится перевод Пэшн». На что я ответил, «А мне нравится перевод Пэшн». Люди, живущие без страсти, целуют своих жен, как своих сестер или кузин. А Пэшн — это страсть. Какой перевод вы хотите? Тепленький? Мне также нравится расширенный перевод, потому что он делает все намного громче. Я не хочу читать на латыни, потому что никто из вас не поймет ее. Сейчас нам нужна не религия, а сила. Нам нужна сила и нужна вера. Нам нужен авторитет. Сегодня я буду говорить о смелости. Вы должны быть смелыми, чтобы обладать тем, что Бог приготовил для вас. Итак, перевод Passion, а не разбавленный перевод. Там сказано, хоть мы и сталкиваемся с различным давлением, мы не раздавлены. И иногда мы не знаем, что делать, но бросить все не вариант. Нас гонят другие, но Бог не оставил нас. Это все, что нам нужно.
Бог говорит, «Если я за вас, кто может быть против вас?» Когда вы приходите на поле битвы, Бог придет с вами. И Голиаф падет во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Нас гонят другие, но Бог не оставил нас. Нас сбивают с ног, но не нокаутируют. Вам может казаться, что вас нокаутировали, но вы не в нокауте. Вы еще здесь. А если вас нокаутировали, мы оживим вас, мы дадим вам на шатыря, и вы подниметесь. Возможно, вы уже лежите в углу, как боксер, но тренер подойдет и даст вам понюхать на шатыря, чтобы вы проснулись. Я пытаюсь насытить вас словом. Я хочу, чтобы вы понюхали слово, и к вам вернулась надежда во имя Иисуса Христа. Мы не от этого мира, но в этом мире... Мы не будем побеждены тем, с чем люди живут в мире. Мы выше, мы голова, а не хвост. Мы наверху, а не снизу. Мы поднимемся, а не опустимся. Бог обещал, что мы будем благословлены, несмотря ни на что. Воскликните «Аминь». Покажите, что вы живы сегодня во имя Иисуса. У меня есть несколько минут в воскресенье, чтобы зажечь вас. Некоторые из вас слишком долго смотрят телевизор. Вам нужно поскорее избавиться от мусора. Мы должны столкнуться с реальностью ковида и не преклониться перед ним. Мы будем создавать процветающий бизнес жизни, церкви среди любой пандемии. Мы не будем бежать и прятаться, словно куча бесхребетных напуганных медуз. Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Пусть кто-то на телеканале ТБН скажет «Аминь». Итак, второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих в переводе «Месседж» говорит, «Мы были окружены и измучены проблемами, но не деморализованы». Мы не деморализованы. Мы не уверены, что делать, но мы знаем, что Бог знает, что делать. Он дал нам Духа Святого, который будет вести и направлять нас. Нас терроризировали духовно. Но Бог не покинул нас. Нас сбили с ног, но не сломили. Скажите сегодня утром «Но Бог! Но Бог!» И тогда это изменит все. Меня не волнует, что говорят люди. Когда Бог приходит, все меняется в вашей жизни во имя Иисуса. Когда в уравнении есть Бог, победа гарантирована через Иисуса Христа. Бог все еще у руля. Готовы ли вы принять это? Бог начал работу в вашей жизни, и Он закончит ее. Не имеет значения, насколько плоха эта глава. Она не станет определяющей главой вашей жизни. Есть еще 8, 9, 10 и так далее главы, которые могут стать лучшей главой вашей жизни. Возможно, вы проходите 13 главу, но это не конец книги. Если вы читали настоящую книгу, вы знаете, что мы победили. Мы побеждаем кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Воскликните «Аминь». У нас есть Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Поднимитесь на ноги и прославьте Его, потому что Он достоин. Итак, Бог обращает все во благо. Хорошее, плохое и некрасивое. Грустное и страшное. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы благословить вас. Даже люди, которые замышляли ваше поражение... Придут и преклонятся пред вами. Они скажут «Помоги нам, помоги». Вы скажете «А с чего вы так решили?» Бог сказал это в Исаии. «Тот, кто презирает вас, придет и преклонится перед вами. Тот, кто был против тебя, придет и будет служить тебе во имя Иисуса». Если вы будете смотреть на Господа Иисуса Христа и выбирать жизнь во всех обстоятельствах, то в каждом мертвом варианте вы будете находить жизнь. Поговорим об этом. Выбор жизни, когда вы сталкиваетесь со смертью во всем, ну, возможно, в отношениях,
в бизнесе, в партнерстве, в финансах, а мы должны быть людьми слова. Вы слушаете меня внимательно, не людьми мира, есть разница. Мы должны строить свои жизни на этом, особенно сейчас. Мы должны принять слово и поверить слову. Мы не можем ожидать, что переживем божественное восстановление, игнорируя принципы Божьего Слова. Давайте поговорим и об этом. Это наша гарантия. 2000 лет прошло. Не отчет ученых. Величайший ученый уже написал свой отчет о вашей победе и будущем. Это отчет, в который я верю. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Мы любим докторов. Мы благодарим Бога за медиков. Я передаю привет всем женщинам нашего служения, которые посетили 9 больниц и благословили персонал, пациентов, более 5000 человек. Спасибо этим чудесным женщинам, которые сделали это. Я отдаю вам честь. Ваша награда на небе будет великой. То, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали мне. А мы прочитаем Второзаконие, 30 главу, 11 стих. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе. Люди говорят, Бог будет бороться за нас». Я хочу перефразировать это. Бог уже поборолся за нас 2000 лет назад. Люди говорят, битва принадлежит Господу, а не нам. Вы правы, Господь одержал победу 2000 лет назад. А мы должны прийти и подтвердить поражение дьявола. Мы должны принять власть, открыть церкви той силой и властью, что Бог дал нам. Мы имеем власть. Все это звучит чудесно, но мы не можем говорить. Вам не нужно ничего делать. Просто молитесь, и Бог избавит вас. Это означает, что нам нужно лишь молиться и не работать, да? Если вы доктор, вам нужно молиться и все равно идти на работу. Если вы пилот, вам нужно молиться и идти в полет. Так почему же, когда вопрос касается церкви, люди говорят, молись и ничего не делай? Это же величайшее дело на земле. Нет, брат, ты должен понять меня. Мы откроем нашу церковь. Мы откроем наши церкви безопасно и ответственно. Этот год длился слишком долго. Мы не знаем, чего это стоило Царству Божьему. Это наш год восстановления. Мы попрем ад и наполним небеса. Мы будем поклоняться Богу, будем стоять вместе и увидим, как слава Божия явится в наших домах. А вы скажете «Аминь», скажите «Аминь» и дайте мне попить немного воды. Хотя бы некоторые из вас уже не такие сонные, как раньше. Да, брат, давай. Не потеряй епископа. Хотя я белый, но я черный. Я остановлюсь на этом, пожалуй. Мне не терпится увидеть всех. Я переверну всех вас вверх ногами в силе Духа Святого. Мне не терпится увидеть, как церковь соберется вместе. Бог придет в силе. Бог даст некоторым из вас по голове, но по-хорошему. Бог изменит вещи в вашей жизни. Бог просто ждет момента, чтобы излиться на свою церковь. Присутствие Божие сойдет на нас. Я буду думать о том, чтобы сказать одно, а Бог может повести меня в другом направлении. Бог коснется вас прямо на вашем месте. Бог коснется скептика. Бог коснется своего народа. Бог восстановит свою церковь. Сам Бог будет двигаться в силе Духа Святого. Никакой дьявол или политик не сможет остановить его. Итак, Бог говорит о вашем будущем восстановлении. Он говорит, что это не трудно, что это не на небе, это не тайна, чтобы говорить, «О, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». И не за морем она. Нам не нужен пророк из Нигерии. Это не за морем. Нам не нужен пророк из Америки. У нас есть пророк, и зовут его Иисус. Она не на небе.
кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». Обратите внимание на фразу «услышать и выполнить». Нельзя слушать Слово Божие и не выполнять его. Это как ребенок, который слушает указания родителя, но не выполняет их. Вы должны быть исполнителями Слова Божьего. Мы должны работать над Словом Божьим. Мы должны сознательно следовать закону сеяния и жатвы. Вы не можете перестать сеять на локдауне. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Хотя Бог и не смотрит на лица, Он смотрит на принципы. Он наблюдает за своим словом, он не наблюдает за вашими эмоциями, он не следит за вашими травмами, он придет и утешит вас. Но его не касается то, в чем нет никакой веры. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть. И прилежно ищущим Его Он воздает. И когда мы действуем по принципам Божьего Царства, мы должны действовать за пределами пяти чувств. Мы должны действовать вне уровня сантиментов и эмоций. Это значит, что у нас не может быть страха, сомнения и тревоги. Когда приходит тревога, вы должны превратить ее в поклонение. Вы должны изменить тревогу. Когда какой-то голос начинает говорить «хватит сеять финансы, доброе семя», вы должны поступать иначе. Вы живете по закону сеяния и жатвы. Мы будем говорить об этом после Пасхи. Это будут чудесные выходные. Я буду говорить о жизни Христа в воскресении и по пути восстановления. А после этого мы будем говорить о том, как произойдет это восстановление. Оно не упадет вам в руки. Не думайте, что, говоря о божественном восстановлении, мы имеем в виду, что вам ничего не нужно будет делать для этого. Так? Божественный означает «свыше», «от Бога». Это Слово Божие. Вы должны применять Слово, потому что Бог следит за Словом. И вы будете восстанавливаться шаг за шагом, не сидя на диване. Многие из вас привыкли к этому. Вы обленились в вере. А Библия говорит «не будьте ленивы, но будьте последователями тех, кто через веру и терпение наследует обетование». Этот локдаун привел к тому, что люди не ходили в спортзалы уже целый год, они уже не в той форме. Многие из вас духовно также не в той форме. Вы стали холодцом, желе, но мы исправим это. Мы вернем вас в церковь, в Божий спортзал. Вы будете тренироваться в Слове, развивать мышцы веры, мышцы исповедания, сеяния, жатвы во имя Иисуса Христа. И мы увидим божественное восстановление в деле. Один из величайших обманов в христианском мире звучит так: «Все зависит от Бога». Тогда я скажу еще раз, чтобы вы поняли, если все зависит от Бога, то больше не выходите из дому. Посмотрим, сколько денег придет вам на счет. «Все зависит от Бога, тогда больше не проповедуйте, посмотрим, сколько людей спасутся». Библия говорит, как они спасутся, если не будут проповедовать. Библия говорит, что ангелы не могут проповедовать Евангелие. Это наше право. Проповедовать Евангелие. Не думайте, что все будут сидеть по домам и видеть Иисуса. Так не работает. Выберитесь из своей комы, из своего духовного ожирения, вернитесь к реальности. Христианство один на один. Праведный верою жив будет. Мы ходим верою, а не видением. Мы угождаем Богу верой. Мы побеждаем верой. Мы живем по Слову Божьему.
строим свои жизни на нем. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Когда мы говорим «не умру, но буду жив», мы имеем в виду сознательное применение принципов Божьих, Слова Божьего, принципов Царства. Ищите прежде Царство Божьего. Это то, через что действует Бог. Это не то, что диктует правительство или наука. Мы живем по другим нормам. Мы живем по высшему стандарту и призванию. Мы живем на высшем уровне. Вот где победа. Вы слышите меня? Здесь сказано, но весьма близко к тебе слово сие. Очень близко. Возможно, оно на твоей тумбочке, на твоем iPad, но открываешь ли ты его, читаешь ли ты его, да не отходит книга закона сего от уст твоих, но размышляй над ней днем и ночью, чтобы соблюдать все, что написано в ней. И тогда ты будешь успешен и будешь процветать. Чего хотят люди? Они не хотят слова жизни. Иисус сказал, «Слова, которые я говорю, есть дух и жизнь». Здесь находится жизнь даже во время ковида. Услышьте меня. Вам не нужен телевизор. Вам нужно слово. Вам нужно слово. Он послал свое слово и исцелил их. И избавил их от погибели. Он послал слово. Каждый раз, когда возникал кризис, Он посылал Слово. Бог обращается к Своему народу. Не забывайте, что это было второе поколение. Первое поколение умерло из-за неверия. Во второзаконии Богу приходится повторять вновь и вновь. Он напоминает им о том, почему первое поколение не вошло в землю обетованную. Он напоминает им вновь и вновь, что есть три вещи, которые они должны исполнять. Вы должны любить Бога, держаться за Бога и повиноваться Богу. А как вам любить Бога? Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдайте Мое Слово. Слово Твое — светильник ноге Моей и пути Моему. Так чего же мы хотим?» Чего мы хотим? Может быть, пророка? Чтобы пророк пришел и махнул рукой, забрал все наши проблемы. Пророк может дать вам слово от Бога. Но пророк не заменит слово Божьего. Вы живете не по слову пророка. Это Ветхий Завет. Вы живете по слову, которое выходит из уст Иисуса Христа. Вы строите свой дом на Слове Божьем. Так что же нам делать? Мы хотим избавиться от ответственности. Мы не хотим брать слово, и поэтому хотим, чтобы кто-то сказал, «Эй, Джо, иди сюда, так говорит Господь». Мы думаем, что все наши проблемы исчезнут. Но нет, не будьте глупцами. У вас будут проблемы, не ведите себя как глупцы. Если вы тратите больше, чем зарабатываете, ваша жизнь станет вашим падением. Это не высшая математика. А вы хотите покричать или сказать что-то полезное? Да? Эй, вам нужно переправиться от того, где вы есть, туда, где вы должны быть. Сказано слово «близко к вам». Оно рядом с людьми, но не в людях. Сказано в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Слово рядом с вами, но этого мало. Оно должно быть в ваших устах. Не слова медиа, докторов или еще кого-то. Нам нужно слово. Слово близко к вам. Где должно находиться Слово Божие? Сначала в ваших устах. Вы не должны говорить о своих проблемах. Вы должны говорить об обетовании. Слово близко к вам. Так где же оно? В ваших устах и вашем сердце, чтобы исполнять его. Надеюсь, вы еще со мною? Слава Богу, что мы выходим в прямом эфире, и наше время всегда ограничено.
Но я не думаю, что я закончу после того, как закончится трансляция. Если вы проголодались, то заходите на crc.org.za и продолжайте смотреть служение. Я не оставлю людей с половиной блюда сегодня. Он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Что это означает? Это означает выбор. Да? Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Это выбор. Он не говорит: «Я нашлю на тебя зло». Он говорит: «Я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, которые заповедую тебе сегодня: любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановление Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься». Скажи: «Я размножусь». Скажи это с улыбкой, за маской. «Я размножусь». В этом году у вас родится ребенок. Аминь. Анжелика, скажи это. Это не просто слова, я пророчествую. Это моя дочь, поэтому я так могу. Я молился за многих из вас, у кого не было детей. И теперь все вы беременны. Итак, Бог благословит вас. Пусть эти дни наступят вскоре. По крайней мере, она ответила с улыбкой. «И благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Это похоже на условие. «Я благословлю тебя, но ты должен овладеть ей». «Я благословлю тебя, но ты должен овладеть ей». Не так, что «я благословлю тебя, и тебе не нужно будет делать ничего». «Я благословлю тебя, но ты должен овладеть благословением». Да? Задумайтесь над этим. Сегодня мы будем кричать и бегать вокруг здания. Нет, не будем. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для владения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, жизнь и смерть, благословение и проклятие. Никто не просил пандемии ковида. Многие люди пострадали от нее. У многих из нас погибли близкие. Мой отец умер от болезни, мой брат умер от болезни, мои дядя и тетя умерли от болезни, но я не буду бояться этой болезни. Я буду жить и дальше. Я буду верить, что Божие призвание выше всего остального, и что Бог сохранит меня, пока я служу Его целям. Я не буду жить в страхе из-за того, что происходит в нашем мире. Ведь тогда лучше забиться в нору и перестать жить. Здесь сказано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты, потомство твое, ваши дети, любил Господа, Бога твоего, слушал голоса Его». Любил Господа и Его Слово, повиновался Господу и Его Слову. Его Слово превозносится над Его именем. Это не религия. Мы так живем. Мы так побеждаем. И прилеплялся к Нему, ибо в этом твоя жизнь в Иисусе. Он — жизнь твоя и долгота дней твоих. Если вы поймете это и осознаете, что вам нечего бояться, тогда все будет хорошо. Ведь если вы ходите в повиновении перед Богом, то Он определяет ваши дни и держит вас в своих руках. Но что бы вы ни делали, не бросайте жизнь, не бросайте свои мечты, свое будущее и ту великую жизнь, которую Бог приготовил вам. Не имеет значения, что плохого вы сделали вчера, сколько ошибок вы совершили. Это не имеет значения. Важно то, что Бог обещает вам: «Я знаю свои намерения о вас.
во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Вот что важно для Бога. Мы не можем изменить вчерашний день. Мы не можем изменить наши ошибки, наши разочарования, неудачи. Избиение себя по голове со словами «плохой, плохой» вам не поможет. Вы должны выбраться из этого пепла во имя Иисуса. Выбирайтесь из своих ошибок и позвольте Богу превратить вашу ошибку в чудо. Позвольте Богу превратить вашу проблему в достижение, о каком вы даже и не мечтали. Он превратит испытание в свидетельство. Он превратит трагедию в триумф. Наш Бог живой. Могила пуста. Иисус, ваша жизнь и ваше долголетие. Я хочу сказать, что вы можете хлопать в церкви, да? Эти руки были созданы в качестве инструмента хвалы. Вы можете кричать. Библия говорит, воскликните Богу голосом победы. Аллилуйя! Я слышал вчера, как люди кричали и гуляли всю ночь. Но они кричали не ради Иисуса, а по другому поводу. Мы же наполнены Духом Святым. Мы не стыдимся. Церковь, мы не стыдимся. Если вы давно не поднимались, чтобы прославить Бога, это ваше время. Прославьте Бога, даже если вы никогда не делали этого. Поаплодируйте и воскликните Богу, где бы вы ни были. Время меняется. Сезон меняется. Во имя Иисуса это будет год божественного восстановления. Но вы должны принять решение сегодня. Я не мертв, и поэтому со мной не покончено во имя Иисуса. Бог любит вас. Он любит вас. Когда мы были мертвы в наших грехах, Он послал Своего Сына, чтобы умереть за нас. Он предложил нам жизнь, и мы будем говорить об этом на Пасху. Прекрасный обмен. Мы не заслуживали его. Творец Вселенной послал Своего Сына, Агнца Божьего, непорочного, чтобы умереть за нас на кресте, даровать нам жизнь, когда мы были мертвы в наших грехах. Хотите поговорить о выборе в пользу жизни, когда вы мертвы? Тогда выбирайте Иисуса. Он – путь, истина и жизнь. Прежде чем закончить, я хочу сказать вам, что Бог любит вас. Не имеет значения, что вы сделали. Ничто не может отделить вас от любви Божией. Сегодня вы говорите, «Пастор, я потерян». Мне нужны отношения с Иисусом Христом. Мне нужно новое начало. Я хочу помолиться за вас. Вам лишь нужно сделать один шаг, и Он побежит к вам. Вам лишь нужно открыть свое сердце и сказать, «Ты нужен мне, Иисус». Прежде чем закончить, я хочу, чтобы все склонили головы и закрыли глаза. Если сегодня вы нуждаетесь в новом начале с Богом, то положите руку на сердце и скажите, «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за новое начало. Я верю, что Ты — Христос, что Ты воскрес из мертвых. Сегодня я принимаю Тебя как своего Бога, Господа, Спасителя и друга. Спасибо за новое начало во имя Иисуса. Мы радуемся с вами и ангелами. Пусть Бог благословит вас».